мы приехали в Борисовый зоопарк. Всем привет. Сегодня... Мы сегодня 13 сентября. Зоопарк. Мы приехали в большой зоопарк. А мы будем смотреть жирафы. Мы приехали в НСИЗУ. Мы здесь были год Лива назад. Лива будем смотреть. Лива. Лива. Носорога. Алиса. Даник у нас. Уже взрослый. Всех будешь зверей смотреть? Мы. Все, дети сейчас тут нашумят у нас на весь зоопарк. Смотри, Макс, смотри, крокодил вон, смотри. Макс, смотри. Сынок, смотри, вон аллигатор, видишь? Видишь, какая? Аллигатор! Большая рожица. Аллигатор! Левица! Левица! Это пума, наверное, да? Ты видел? Левица! Макс, не трожь ручками ничего здесь. Я болела. Левица! А вон смотри, в норке сидит. Котик! Левик-валилил! Левица! Это Лео! Смотри, какой котик. Это Лео! Это пума! И вон в норке лапки вылизывает, смотри. Лягушка здесь. Ух ты, ничего себе, вот это черепаха. Вот эти глава. Слушай, она здесь на одном месте, наверное, сидит. Смотри, какая здоровая. Вон крокодил. Аллигатор. Мы за парки. Как в лодку положили. Вон еще там один. Вон, смотри, вон крокодильчик. Видишь, вот один. И вон там второй. Здесь вот болото с такими цветами красивыми. Это, может, эти лотосы или как они называются? Где бы она? Смотри, Макс, какие рыбы. Макс, смотри. Макс, смотри сюда, вон. Стоят на месте. А утка не настоящая? Они мачтовые. Смотри, что он плывет такой. Даник, это лисичка. Лисичка. Вон еще одна. Вон еще лисичка идет. Смотри. Лисичка. Лиса. Да, Заки. Да. Ка. Сдвинь его немножко, а то он прям дерево видит. И лисо в солнце. Даник, смотри, Мишка там. А вот там медведь. А там белый медведь. И тот, смотри, спит на камне, смотри. Да, вообще такой прикольный, лапу расставили. В прошлый раз, кстати, их ел, они куда-то залезли. Мишка. Ну, шевельнулся. Вон там зубр, бизон. Вдалеке. Вон еще какие-то животные. Смотри, олени. Американский, American elk. О, бежит к нам. Смотри, какие у него рога. Ух ты. Ух ты, смотри, как погнался. А вон бизон стоит, смотри. Ты видел, Даня, какой он там? Ты видел? Да. Можно только около зубра стоять. Давайте, хотите, за рога бери его, и я сфотографирую вас. Давай. Да и просто вот так становись. Смотри, вон Макс, какой здоровый медведь. Вон, смотри. Это коричневый мишка. О, смотрите. Какой веселый мишка. Здесь,
Даник, медведь. Где? А кто там где-то? Да, вот это вот когти медведя. Как на моторчике. Вот это вот, первый это коготь черного, вот это вот бурый, и вот это вот белый. А это коричневый. Коричневый, да. Где у них вода еще? Эй! Какой-то волк. О, смотри. А вон еще волк там идет, смотри. Может, кур. Поедем по дела покупать. Так, мы приближаемся уже из America, North America area. Из североамериканской территории, ближе к африканской, и тут уже меняется растительность, ландшафты, вот уже здесь кактусы. Да. Обезьянки вон здесь вот у нас. Да. Всегда с собой обезьянки. Всегда с собой набор разных приматов. Аня, уже будет котик крыс. А котик крыс будет там. А котик крыс мы прошли как-то. Вот здесь, вот эшелот, смотри. А это другой, там был другой. А ты... Вон он идет, идет. Там кошелот. Не, не кошелот, а целот. О, идет сюда. Киса, 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 смотри. Смотри, да. Мам, смотри, это кошелот. Слушай, он такой прикольный, такого и дома можно завести, да, не сильно. Да. Я, котик крыс. Я бы такого хотел, да, смотри. Да, я тоже такой. Какой классный. Вон, смотри, да, нет, смотри. Мам, это кошелот, да, мам, это кошелот. Солнышко, не кошелот, а целот. Кошелот это кит. Мы вчера читали про кошелота. Киса. Киса. Киса ушла куда-то, да? Так, кого сфотографировать? Садись, Макс, рядом, хочешь? Садись рядом с Алисой, я вообще сфоткаю. Так, деточки наши опять атаковали пчелу. Мы опять затаковали. Затаковали? Тебе помочь, Алиса, залезть? Я сама могу. Данилка? Желтые тоже наши пчелки. Аккуратненько, Алиса. Это я... Даник. Это я съем отсюда. Пчеленок маленький. Так, так, так. Сюда можно попробовать Даника посадить. Пойдемте в улей. Ну-ка, пожужжите, как пчелки. Вот такой улей. Ну-ка, пожужжите. Что за пчела вылезла из улья? Смотри, не выпадет. Только давай сфотографирую, хочешь? Там? Смотри сюда. Точно. Смотри сюда. Вылезла пчелка из улья. А болит ушко. Ушко, может, пчела укусила? Что там? Цветочек? Пойдем, Алиса. Данилка? Даник. Эй, пчеленок, иди сюда. Точно. Данилка? Прикольно тут. Бум. Как в настоящем улье, да? Там медик у них, да, наверное? Да. Смотри, Даник, это пчелки. Смотри, Макс, смотри, Макс. Даник, смотри, пчелки. Смотри, как пчелки медик делают, видишь? Вот это ульи. Класс. Видишь, и они туда прям складывают медик. А потом этот медик достают, и люди его едят. Пап, ну пошли, машинки. Вылетают, собирают вот здесь вот мед.
Меды. Ну, понятно, прикольно. И все. Поэтому они здесь и летают. Угу. Детки, куда идем? К носорогам. К носорогам идем. Сиди на носороге. Куда идем, детки? На носорог. Идем смотреть африканские. Да, они. Ти-ти-ри-ти-ти. Малышка, нельзя брать бабочек, можно только глазками смотреть. Давай, смотри, сколько здесь бабочек. Ух ты! Мир бабочек. Алисочка, иди сюда, смотри, сколько здесь еще бабочек. Алиса, тебе нравится? Ух ты, как классно! Малышка, не лови бабочек. Нет, Алисонька. Нет, зайчика. Пальчиком одним потрогать аккуратненько, и все. Но не лови ее, малышка, не лови. Все, все, зайчика, больше не надо. Не трогай, малышка. Алиса, смотри, какие бабочки сидят. Самые разные бабочки. Малышка, иди сюда, смотри. Алисочка, аккуратно. Алис, нельзя их трогать. Смотри, какие они красивые летают. Смотри. Малышка, не трогай их. Пускай летают бабочки. Эй, брау! Это кормушка для бабочек. Ничего себе. Давай, конечно, подниму. Почему тут только сейчас большие бабочки? Ну, видишь, большие, сильнее всех. Сколько много бабочек. Какие они большие, цветные. Нравится, Алис? А это такие коконы у бабочек. Красивые. Красивых бабочек, красивые коконы. Ой, как здорово! Да, они гуляют с папой. Бежит, бежит. Скорей, скорее всех, быстрее, быстрее. Опа. И вот, ку-ку. Тенчик смотришь, носорогов. Ух ты, какие, да? Ты обнимаешь их, малыш ты мой. А к папе пойдешь? К папе пойдешь? Где папа? Голубоглазик наш. К папе пойдешь? Осторожненько поднимайся, аккуратно. Оп. Оп. Сюда смотри. Папа, я сижу на носорога. Господи, у него... Все, пока-пока. Папа, смотри, я сел на носорог. О, смотрите, фламинго, да? Смотрите, самки откладывают яйца. По-моему, они просто кушают солнышко. Эк. Нет. У нас гориллы. Смотри. Ты тоже хочешь гориллы посмотреть? Сейчас тебе папа покажет. Давай, сейчас достанем, давай. Там гориллы. Да, они гориллы. Там гориллы. Смотрел, сколько горилл там. Ого.
Смотрю. Горилла. Вон горилла. Смотри, что-то там много, видишь? Что они там делают, Макс, посмотри. Она кушает. Кушает? И наша, вон, обезьянки, ну. А вот смотри, Алиса, смотри, Алиса. Горилла! Горилла! Горилла, посмотри на меня! Смотри, Максик! Смотрите. Смотри, легла. Смотри, смотри. Смотри. Пощекоти ножкой. Щекотно смеется. Балдеет. Кушает. Видишь, ей какое-то вкусненькое дали. А смотри, как она, что она так лапу поставила, смотри. На внешнюю часть ладоши. А там? Так надо? Вот там. Обиженная, смотри. Чего она обижена? Смотрите, они что-то все обиженные. Смотрите, все обижены. Подгребай, смотри, солому. Смотри. Кто-то прыгнул. Горилла. Пять. Макс, помаши. О, о, смотри, устал. О, легла. Хочешь, чтобы ему спинку почесали, наверное. Ну пошли дальше. Ну пойдем дальше. А ну-ка иди сюда. Эй, ну-ка иди сюда. Эй, иди сюда. Нет, там закрыто, Макс. Скалы, да? Закрыто. Ой. Ой-ой-ой, точно, смотри, он уже пополз. Пойдем лемуров смотреть, Данюк. Ты что-то сломать тут хочешь? Нет, ну тогда пойдем. Это лемуры так кричат. Даник, сейчас на тебя как нападет какой-нибудь крокодил. Иди сюда быстрее, смотри. Папа, смотри, что у нас тут. Ага. Потом из таких гусеничек получаются такие красивые бабочки. Или змеи. Нет. Так, протерла, да? Не вот такое красивое тут место. Кто-то тут должны быть лемуры, только почему-то их нету. Вот она, в гамаке лежит. В гамаке лежат, не вылазят. Вон одна сидит сверху. Вон. Макс, на эти на маленькие не надо, на обезьянок залазить. Обезьяны залезли на обезьян, смотрите, картина называется. Макс, ты ее раздавишь, памятник этот, шедевр архитектуры. А вон лежит, вон смотри, вон далеко, вон смотри, вон под скалой лежит, смотри. Вон лев лежит, отдыхает. Ну. Пообедал и отдыхает. Наверное, съел какого-то непослушного мальчика. Нету лева. Лева. Здесь вот красные кабаны. Так они тоже спрятались от людей. Кабанчик. Вон Хрюша, да, дикая? Смотри, Даник, зебры. А ты куда залезла? Сейчас сфотографировать? Смотри сюда, Лиса. Зебра. Я лезу по скалу. Смотрите, вон зебры. Смотри, меня так не видно. Я лошадка полосатая, видишь?
Максик, не залазь. Ну-ка, Данилка. Где зебра? Где зебра? Где зебра? Там. Там. Покажи пальчиком. Там. Я пришел к тебе, он взбирается как по елке. На тебе телефон. Покажи пальчиком, где лошадка, где зебра. Вот, там. А где обезьянки наши? Вот. А вот обезьянки. Иди сюда, Алисяна, Катя, снимай. Иди ко мне на ручку. Такие вот зебры тут классные. И наши обезьянки. Вот такие красивые. Кушают. Смотри. И жираф. Ой, жирафы, вон. Смотри, Даня. Данилка. Смотри, какие интересные животные. Смотри, Даня. Страусы. А вон там вдалеке жирафы. Алиса, ты видишь животных? Да. Посмотри на меня. Ку-ку. Алиса, кто там? Ты помнишь, как жираф у тебя кепку стянул в зоопарк? Алисеночка, кто там? Я. Смотри. А вот зебра близко. Ну вот, смотрите. Страус щиплет травку. Зебра. Ну, хорошее место. И жираф здесь. О, дети хотели на слонах покататься? Все, вот смотрите. Алиса катается. Покажи, как ты катаешься. Тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык. Макс на слоне катается. Слоны топают. Смотрите, а вон там настоящие слоны. Кто хочет настоящих слонов увидеть? Вон они там. Даник там. О, слон. Интересно, это индийские или африканские? Да не яблочко. Где слон? Смотри. Слон, смотри, какой большой. Ух ты! Хоботом. Пришел на водопой. Смотри, сейчас, наверное, воду будет пить. Смотри, Алис. Тебя поднять повыше? Иди сюда. Да. Иди сюда. Посмотри, слон будет сейчас пить воду. Малышка, смотри, там смотри, слоник. Смотри, где слон. Вон. Гусям пришел. Гусям пришел. Сейчас хобот воду засунет. Вот, смотри, смотри. Не, он травку собирает. Кушает слоник. Даник, у тебя яблочный попкорн на представлении слонов. Угу. Слоник что развернулся к нам. И вон там еще, там, далеко прям. Нормальная территория. В этом году мы успели увидеть слонов. Алис, ты рада, что мы успели слоников увидеть? Да. А носороги где? Ну, не знаю, сейчас пойдем поищем. Рядом, сейчас пойдем. Даник, где слоны? Даник, где? Где? Там слоники. Мальчик наш уже ничего не боится после океана. Да, Даник? Классно. А, холодный! Здорово как! Ой, холодно! Как холодно! Аня, давайте снимем майку! Нет, не надо! Смотри сюда, не жуй! Наши эти страусята подросли. Еще один теперь добрался. Ну да. Иди, Даня, залазь. Ой, какие эти колючие! Еще одного туда, двойняшку. Нет, а нет, есть, нет, вот, нет, надо. Все понятно. Вот, Надя. Даник. Данилка? Даник! Макс, сейчас это, мне кажется, яйцо. Что-то, да, болтается как-то.
Они эти не болтаются так, кстати. Ну так по ним слоник не лазит же. Макс, ты сейчас сломаешь. Данилка? Я хочу сесть на большое яичко. Да, Ник. Маленький. А, Машель, ви яичко. Смотри сюда. Смотри на меня. Машель, ви яйцо. О, вылупился. Пингвиненыш. Синозабыки. Все, пойдемте смотреть этих носорогов. Да. Пойдемте. Все, Даник машет рукой. Едем на трамвай. Все, закончилась наша сегодняшняя воскресная прогулка. Едем обратно на парковку. Детки, вам понравилось сегодня? Да. Расскажите, кого вы сегодня видели? Белого медведя. Белого медведя мы как раз таки не видели сегодня, Марк. Носорогов тоже не видели. Слона видели? Белый медведь. Слона видели? Да. Страуса видели? Да, видели. Зебр видели? Да, видели. Дани? Зебр видели? Папа, дядя, на сиденье. Из микроавтобуса сделан поезд. Мы едем на нем, да. Папа, на трамвай. Трамвай. Это трамвай по рельсам, мы едем у нас по дороге, да? Какой вот? Трамвай из микроавтобуса. Ну что, накатались, находились, детки? Да. Устали? Устали, пошли к Хонде. Пойдемте к Хонде.